предлагаю вашему вниманию вот такую вот вкусняшку. Собственно, сейчас вот жизнь эту вкусняшку. Арахис воизнокулеровый глазурь. Твоя линия. Друже, я здоровый, особливо. Сейчас мы начинаем его открывать. И показываю, какой он пачка. Нет, он не будет. Этого не видно, поэтому. Вот. Скажу, вот так вот. Одна штучка. Вот такая. Другая вот такая. Третья вот такая. Четвертая вот такая. Пятая вот такая. Так, сейчас начнем пробовать оранжевую штучку. Вот такую вот штучку. Раньше. Я беру вот такую вот раньше. Вкусная штучка. Раньше. Со вкусом глазури. Со вкусом глазури. Вкусная штучка, что могу сказать. Дальше приступаем к розовой штучке. Вот такой. Берем одну. Да, вкус только то, что оно розовое дает свой шарм. А так, по вкусу оно вообще ничем не отличается, что розовое, что до этого было вот раньше. Вот. Сейчас мы будем честно вот такого цвета. Ого, я не знаю, что это за цвет, поэтому говорить точно не буду. Тут какой-то зеленоватый, черный цвет. Ну, вот и камера точно так не передаст. Поэтому просто вот тут выйдет. Чувствую, это немножко не такой вкус, ну, вкус такой глазурный. Ну, зеленая, как бы добавлено, сразу так даже не скажешь, что добавлено именно зеленое, поэтому так сразу невозможно критически описать, что это лично вот такое вот было. Ну, а сейчас давай попробуем желтую штучку. Так как она вот тут есть, вот она. У желтой штучки точно вот такой, как у всего практически вкус глазури. Просто она вот что-то желтого.
розовые, потому что чисто как бы цвет, какой цвет, он практически ничего не дает. Так. Предлагаю попробовать зеленый, вот зеленый тут еще остались. Сейчас приступим к зеленым. Зеленый как бы свою большую роль вот в этом не играю. Потому что он да, орешки просто глазурь какой-то пищевой краской, наверное, красит эти орешки. Так как я не чувствую ничего плохого, соответственно, эти орешки вкусные. Их вот я могу уже посоветовать. Орешки вот такие вот из магазина АТБ своя линия, их могу уже просто как сказать, советовать всем, потому что сейчас покажу еще раз. Может, мы уже пробовали вот такую розовую, вот такую непонятного цвета, зеленую, черную. Вот такую вот зеленую пробовали. Вот такую вот желтую пробовали. Ну и вот такую пробовали раньше. Я думаю, вам оно тоже все понравилось. Тем более стоит оно в АТБ недорого. Всего 6 гривен. Как по мне, это достойно того, чтобы это есть. Потому что вкусно, да, и аппетитно. Вот. Сейчас для вас показан эти вот штуки вот. Я их просто беру. Честно сказать, высочайшая степень наслаждения. Кто, возможно, может такое попробовать. Прошу писать в комментариях свои варианты. Что-то такого. Не буду придавать дорогие продукты. Потому что дорогие продукты дорого стоят. И поэтому они будут, да, пушить, но я буду дорого. То, что можно съесть и дешево, и недорого, вот оно стоит своей цены для того, чтобы они говорили. Потому что вкусно, да, вкусно, действительно. Арахис, рис на полировую, хвостовый, своя линия. АТБ, магазин. Не забываем о том, именно там у вас будет вот такое чудо. Вот такое чудо. И не пожалей обо всем происходящем далее. С вами был Анатолий. Подписывайтесь.